Привет, дружище. С тобой снова я, X-Skills. И мы снова играем в Cuisine Royale Second Edition. Там впереди кто-то был. И он нас видел. И где-то снейпался. Давай, покажись. В обход пошел. Да, не обратно же ты побежал, господи. Что, так испугался, что ли? Блин, мистика, дружище. Мистический чел. Хм. Ладно. Смотался. Что поделать? Упустил. Куда он делся? Куда он мог деться? Какие у него вообще варианты? Там вон не было. Ну явно. Сюда уйти. Или залег там. Смотрел, как я прыгаю. Бегаю, ищу его. Блин, эта игра пугает. Или я тоже, может, призрака видел, а? Вот это чё. Это явно был не призрак. Но игра таким образом развлекается. То как будто ритуал кто-то рядом запускает. Не запускает, а это. Ловушку ставит. О, слышал, да? Я первый раз поднапрягся. А потом уже. Чоп. Если точно знаешь, что никого нет, ну чё напрягаться. Уже понимаешь, что это игруха шутит. Ну что там, бедолага, немного не добежал до окопчика, да? Понимаю. Да. Верю. Так. Ну что тут по полезности? А нифига. Ломаем кактус. Ставим ловушку. И валим. Отсюда. Подлечимся. Так, пойдем через бункера посмотрим. По траншее там никто не бегает. И вот отсюда можно глянуть. Тоже интересная позиция. Много чего можно увидеть. О! Да ладно. Неужели тачка? Где она? Это призраки, чел, не парься. Это призраки игры. Ох ты, блин. Называется, как поставил не ту пушку. Смотреть на что в руках. Прежде чем в бой-то идти. О, блин. Бывает же. Ладно, ты-то чё принёс? Очки! Красавчик просто. Ну, еще ничего почему возьму. На колени. Ладно. Что-то странное, короче. Немного тут творится. Фиг с ним, всё, хватает. Ладно, пойдем. Минируем и уходим. Пора идти. И все-таки я хочу пойти вот там вот. Через бункера. Хотя вот через этот уже смысл идти, наверное, нету. Сейчас посмотрим. Да.
Там на том нету никого. Так, нормально, ты прицел поверни. Ой, далеко. Ладно. Зря вообще стрелял. Только внимание привлек к своей персоне. Лишнее. Ненужное. Излишнее внимание. Так. Тут-то нет никого случайно. Вроде нет. Точно. То есть сегодня в честь Хэллоуина так выдают мощно. Просто бывает не успеваю отреагировать. Даже как мне уже в лицо прилетает. Чё он там? Обезумел? Блин, попасть реально. О, встал. Че, у меня нормальный гивер Патриков. Гивер, вернее. Но все равно как-то. Фигня какая-то получается. По-моему. Надо как-то по-другому действовать. Да, с холма стрелять. Явно. То, что надо. Так, мне хватит до окопа, чтобы дойти до его, но. До его. А я сейчас стрелку. На ней рывок. И в инвиз. Вот туда. И тогда хватит. Давай, давай, давай. Беги, беги, беги. Мой конь. Так, прибежал. Молодец. Красавец. Что у него есть? Патриков маленько. И все. Минируем. Слушай, а что у меня ловушки не кончаются? Не кончаются вроде. Блин, а ты игра опять пошутила. Это топот. Блин. Повелся. Забавно, с одной стороны. А с другой не очень. Так, туда зона. Оттуда нет никого желающих. Нет. Опа, вижу где. Стрелка готова? Да. Ай, зато рывочка нету. Юмпик хоть в руках-то, юмпик. Здорово сныклась. Чё сказать? Чё есть-то? А у меня все есть. Да, все есть. Так, надо идти. О, господин. Ладно. Сколько господину надо-то, однако, было. Не слабец ему понадобилось. Так, а тут-то что было? Так. Уходим. Бункер в зоне.
Замечательно. Блин, фамильяр видно. Еще двое помимо нас. Иди в жопу, игра. Или что, реально кто-то есть? Еще один остался, да? Сейчас здоровье вернется. О, зона совсем душит. Но не меня. Слава богу, не нас. Так, все. Опа. Да эта игра опять угорает. Стопудово. Скорее всего, с той стороны пойдет, я думаю. Где там? Где? И где же ты, мальчонка? Мальчонка, мальчонка. А может быть, девчонка? Девчонка, девчонка. Наверное, в тех кустиках. Нет. А где же ты тогда? За зоной, что ли? Блин. Опа. Где-то тут. Ага. Вот там. Вот теперь реально он туда слыпался. А чё это она? А, не надо спекается, ну понятно. Это-то там внутри. Господин. Две ловухи поставлены. Ты еще пищишь. А он тут может вылезти. Точно. Ты подлетел. Вот такой вот топчик, дружище. За отца. Ица и Целота. Если понравилось, ставь лайк. Если хочешь, подписывайся на канал. Буду тебе весьма признателен и очень благодарен. Еще раз спасибо за внимание. До новых встреч, дружище.